Almaty 2017 will be the biggest international competition in the country's history. This is a fantastic achievement for Kazakhstan, and it should be a great source of pride for the organizing committee, the government, and the whole country. Поэтому хочу отдельно поблагодарить руководство ФСУ за поддержку, понимание, за то, что они всегда рядом с нами и в трудные минуты нас поддерживали. Сегодня, наверное, начало, мы скажем так, универсиады и первый такой шаг уже к нашей общей большой победе. Желаю вам успехов, удачи и надеюсь, вы эти три дня будете чувствовать себя комфортно, радоваться вместе с нашими горожанами и чуточку станете алматинцами.